Привет. Знаете, на Алиэкспрессе есть такой раздел, где все по одной цене. Я так понял, что цена там привязана к доллару, к двум долларам. Потому что вот в прошлый раз я покупал где-то за 183 рубля, по-моему. Короче говоря, суть не в том, что там продаются различные товары по фиксированной цене. Цена очень невысока. Товары иной раз очень даже привлекательные. Я туда заглядываю и совершаю там спонтанные покупки. То есть я обычно хожу на Алиэкспресс за нужными вещами, а вот в этом разделе я обычно покупаю что-то ненужное. Вот. Значит, и хочется, вот, как бы я раз купил, два купил, а вот я уже третий раз купил. Значит, хочется все равно подбирать что-то полезное. И при этом недорогое. Условия приобретения там заключаются в том, что нужно приобрести именно три вещи из этого раздела. Цена фиксированная. Они упаковываются в одну посылку. Приходят очень быстро. И давайте посмотрим на мои спонтанные покупки. Что я там приобрел? Я даже уже, если честно, и не помню. Так, ага. Значит, я приобрел там, вот это я забыл, а вот это помню, и вот это я помню. Значит, я приобрел там за 183 рубля вот такой вот автоматический керн. Увесистый. Даже у него есть колпачок предусмотрен. Можно хранить его с колпачком. Я приобрел там два вот таких тумблера в ретро-стиле. Они всегда пригодятся, какие-нибудь там самодельные станочки делать. Значит, колпачки резиновые для герметичности. Сами тумблеры. Я потом это все поближе покажу. Значит, вот такой вот накладочка. Такая вот накладочка. Накладочка. О, вот так она. И потом гаечки привинчатся. И очень много гаечек. В принципе, за 183 рубля вполне достойный набор переключателей. И такую вот масленку. Масленка металлическая. Носик пластмассовый. Как это все работает, сейчас мы с вами выясним. Эти тумблеры я не буду проверять. Подключать их к чему бы то ни было. Потому что я уже ими пользовался. Они держат 15 ампер. По крайней мере, тут так написано. Ну, на самом деле, да, держат они нагрузку. Четко переключаются, поэтому я, не задумываясь, сразу купил по такой невысокой цене, потому что у нас они продаются подороже. На тот случай, если что-то пойдет не так, я подложил силиконовый коврик. Сейчас нальем маслица сюда. Тут имеется сеточка, ну такая крупная довольно, не знаю, что она там отфильтрует. Нальем сюда маслица, надеюсь, что мы ничего не прольем, не разольем. Так, что там, ну, мы не закручиваемся. О, все. Все нормально. Пробуем прыскать. Прыскает. Нормально. Я буду пользоваться ей, когда что-то сверлить. Очень удобно. Одной рукой ты сверлишь, а другой ты прыскаешь. Вот так вот. Одной рукой сверлишь, другой прыскаешь. Вполне пригодная вещь. Останется в домашнем хозяйстве. И чтобы проверить керн, надо что-то накернить. Для этого я взял кусочек профиля. Первый раз буду делать, посмотрим. Да.
Надо резче, видимо. Ну, керн, так сказать, на троечку. Давайте внимательно посмотрим, что он тут понакернил. Так, камера, будешь фокусироваться? Значит, вот те места, где я керанул по одному разу, ну, вообще маленькое сверло удержится, большое может и выскочить. А вот где я накернил несколько раз, там нормально получилось. Все, керн сдох. Давайте разберем, посмотрим, что с ним произошло. Здесь пружинка, боек, а здесь что? Еще одна пружинка. Если честно, я ни малейшего понятия не имею, как он вообще работает. Итак, что по итогу? Масленка хороша. Вполне хороша. Не знаю, как она прослужит по времени. Пока к ней претензий нет, за исключением того, что не очень удобно закручивается крышка по резьбе. А так все нормально. Значит, эти тумблеры хорошие, проверенные и надежные. Я раньше их использовал, претензий к ним нет. Керн барахло, хотя увесистый, много металла в нем используется. Я не знаю, что с ним произошло. О, что-то вроде... Вот то место, где он должен зацепиться, оно очень быстро проскакивает. Таким образом он не кернет. Таким же успехом можно по нему стукнуть молотком. По качеству носика. Сейчас возьму напильник. Ну, так. Звук, конечно... Не как от сыромятины, но и не как от суперпрочного какого-то инструмента. В общем, это берем, это не берем. Может просто брак, но вот раз мне попался брак, то может попасться кому-то другому. Вот такие вот спонтанные покупочки. Если интересно, пишите в комментариях, что можно еще. Там купить и посмотреть. Время от времени я буду продолжать делать такие мини-обзорчики. Тут у нас висит капелька. Ну, наверное, это нормально. Всем пока!